Всем привет, друзья! Сегодня у меня распаковочка вот такой вот посылки. Посмотрим, что внутри. Итак, у нас в посылке находилась экшн-камера. Что это за модель? Насколько я помню, это Econ E9. Одна из самых бюджетных экшн-камер, которая имеет Full HD 60 FPS и 4K 10 FPS. Также она имеет режим 27K 15 FPS и HD 120 FPS. Вот такие вот технические характеристики. Батареечка на 1050 мАч, экран 2 дюйма, угол обзора 170 градусов, разъем HDMI, водонепроницаемость до 30 метров. И, в принципе, на этом технические характеристики заканчиваются. Камера стоит всего $60, или на текущий момент, наверное, даже дешевле. Заказываю на gearbest.com, и мне очень интересно все-таки посмотреть, что она из себя представляет и насколько ее технические характеристики верны. Итак, комплектация у нее, похоже, самая стандартная. Точно такую же комплектацию имеет большинство современных экшн-камер, являющихся копиями SG-CAM SG4000. Так, куча различных креплений, запасная крышка для водонепроницаемого бокса с прорезями по бокам, тряпочка для протирки, крепление, шнурок, хомуты, крепление на велосипедный руль, крепление на липучках, USB кабель, зарядное устройство, крепление на защелке, различные крепления для штативов. И вот такая вот пластиковая крепежная рамка. В принципе, опять же повторюсь, набор креплений стандартный от SG-CAM 4000. Также в комплекте находятся 4 вот таких вот ремешка, 2 обычных липучки. Откладываю комплектацию в сторону, не имеет смысла на ней останавливаться, потому что ничего здесь нового не добавилось. Оставлю только инструкцию и саму камеру. Итак, камера... Похоже, даже меньше, чем другие экшн-камеры, которые у меня были на тестировании. Давайте сначала посмотрим инструкцию. Кстати, написано User Manual версия 2.0. Похоже, что это уже действительно вторая версия. В инструкции опять же перечислена комплектация, какие крепежи входят в комплект. Есть ссылочка на загрузку приложения. Камера должна обладать Wi-Fi. Ну, в принципе, ничего интересного здесь я не вижу. Переходим к камере. Значит, в водонепроницаемом боксе. Давайте посмотрим, сколько она весит сразу. С боксом и без бокса. Вес камеры в боксе всего 116 грамм. Интересно. Достаю камеру из бокса. Вес камеры 65 грамм. Довольно низкий вес на самом деле. Посмотрим, находится ли аккумулятор внутри. Судя по весу, он там должен все-таки находиться. Да, действительно, аккумулятор внутри. Скорее всего, используется стандартный аккумулятор от SG-CAM. Да, это так. Единственное, что он имеет немного другой цвет. Поэтому с запасными аккумуляторами никаких проблем не будет. Аккумулятор подходит от SG-CAM. Вот такое вот отверстие для аккумулятора. Так, проверим, сколько камера весит без аккумулятора. Вес составляет 47 грамм. А сам аккумулятор весит 17 грамм. Устанавливаю карточку памяти microSD и осмотрим камеру со всех сторон. Итак, с левой стороны находится разъем microHDMI, разъем microUSB для зарядки и подключения к компьютеру и разъем для карты памяти microSD. Сверху находится кнопка включения и светодиодный индикатор, с правой стороны кнопки вверх-вниз и отверстие для динамика. На передней панели находится кнопка включения и смены режимов, снизу отсек для аккумулятора, сзади большой экран с диагональю 2 дюйма и, в принципе, больше ничего интересного на камере не вижу. Включаем ее. Камера включилась довольно быстро. Вот такой вот экран она имеет. Активен режим Full HD 30 кадров за секунду. В левом нижнем углу отображается заряд аккумулятора. На данный момент он составляет 61%. Но при этом как-то подозрительно быстро падает. 59% уже. Похоже, что в секунду уходит около 1% заряда. Даже интересно. Уже 57%, я еще ничего не делал. Это особенность данной прошивки, или секунд через 100 аккумулятор, похоже, будет полностью разряжен. Ладно, не буду этого дожидаться, пройдемся по пунктам меню. Так, заходим в настройки.
Разрешение актив на Full HD 30 кадров за секунду, но я установлю Full HD 60 кадров за секунду. Есть списки 4K 10, 2.7K 15 FPS, 720 60 FPS и 720 120 FPS. Активирую 60 FPS при Full HD. Следующий пункт — это циклическая запись. Далее установка штампа, отключу, выдержка, разрешение фото 12 мегапикселей. Далее идет скоростная съемка, 3 кадра за секунду, режим таймлапс, 5 секунд, продолжительная съемка, частота 50 Гц, трогать ее не будем. Установим русский язык, если таковой есть в списке. Так, русский язык в списке был. Ну, как обычно, перевод, наверное, не супер-пупер, потому что в некоторых пунктах все-таки есть проблемы с пониманием, что конкретно здесь написано. Так, даже не знаю, честно говоря, может быть, имеет смысл переключиться опять же на английский язык, потому что то, что здесь написано, мне, честно говоря, не всегда понятно. Так, активирую обратно английский язык. Установка даты. Пока трогать ничего не буду. Звуковой индикатор. Наверное, выключу его совсем. В следующем пункте находится возможность перевернуть изображение. Экранная заставка. Похоже, что через 1 минуту будет выключаться экран, а через 3 минуты бездействия будет выключаться камера. Вот такая вот версия моей камеры за 15.09.10. Все, в принципе, настроек здесь каких-то больше нет, поэтому переходим в режим Full HD и попробуем записать тестовый ролик на камеру Yekin E9. Разрешение видео Full HD 60 кадров за секунду. Проверим тест звука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест, 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 тест. Вот такое вот видео у нас получилось. Разрешение Full HD 60 кадров за секунду. Так, останавливаю. Перехожу в режим фото и сделаем несколько фотографий. Разрешение фото 12 мегапикселей. Посмотрим, какое качество фотографии получится. Ну, не думаю, что оно будет очень высоким, потому что камера стоит всего около $60 с полным комплектом различных креплений. Думаю, что здесь должна использоваться стандартная матрица на 5 мегапикселей. Итак, посмотрим, как все-таки просмотреть файлы на данной камере. Для этого нажимаем кнопку вниз, и при этом камера перешла в режим Wi-Fi. Нам сейчас режим Wi-Fi не нужен. Нажимаю кнопку вверх. Вот таким вот образом мы попадаем в просмотр файлов. Вверху это у нас просмотр видео. Так, похоже, что с микрофоном проблем никаких у камеры нет. Но проблемы есть с динамиком. Он, конечно, совсем неприятно звучит. Далее переходим к просмотру фотографий. Возвращаюсь в предыдущий пункт и выбираю просмотр фотографий. Камера выключена, попробуем ее еще раз включить и посмотрим, сколько показывает индикатор заряда. Итак, индикатор заряда показывает опять же 63%, поэтому индикатор заряда, конечно, здесь немного врет, потому что на момент выключения на камере было около 30% заряда, а на текущий момент уже 59%. Скорее всего, это какой-то прошивочный баг. Кстати, по поводу светодиодов, попробуем запустить видеозапись и посмотрим, какие светодиоды здесь есть. Видеозапись запущена. Я вижу только один рабочий светодиод. Он находится сверху, красный, довольно яркий, и больше никаких светодиодов здесь нет. На передней панели есть светодиод, но, скорее всего, он отвечает за режим Wi-Fi. Попробуем сейчас активировать Wi-Fi. Но этот светодиод не засветился даже при активации Wi-Fi, поэтому не знаю, честно говоря, за что он отвечает, но на текущий момент он никак не работает. Вот такую вот камеру вам сегодня показал. Это одна из самых дешевых камер, которая обладает довольно неплохими характеристиками. По крайней мере, заявлена поддержка видеозаписи в режиме Full HD 60 кадров за секунду, HD 120 кадров за секунду, 2.7K 15 и 4K 10 кадров за секунду. Так что с большой натяжкой эту камеру можно назвать самой дешевой камерой, которая поддерживает 4K режим. Ссылочку на покупку этой камеры я укажу в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Задавайте свои вопросы в комментарии под видео. Всем хорошего настроения, друзья. Ставьте лайки, смотрите мои другие ролики. До новых встреч!
Тестовое видео на камеру Yeken. Разрешение видео Full HD 60 кадров за секунду. Тест.